Статья 41 Конституции Российской Федерации провозглашает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения. Более конкретно, данное право обозначено в программах госгарантий и территориальных программах госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Каждый год председатель правительства подписывает постановление, в котором утверждается программа государственных гарантий. И на основании данного постановления разрабатываются территориальные программы. Господин Медведев в своем выступлении 24 декабря 2013 года гарантировал гражданам получение бесплатной медицинской помощи, да еще и качественной медицинской помощи, обозначив ответственных те органы и организации, которые должны следить за соблюдением данного права граждан. Минздрав Российской Федерации и его смотрящие на местах территориальные управления Росздравнадзора субъектов Федерации, Федеральный фонд ОМС с территориальным фондом ОМС и органы управления здравоохранения субъектов Федерации. Именно они должны контролировать соблюдение прав граждан на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Соответственно, если медицинская организация общественного здравоохранения поднимается вопрос об оплате приема специалиста, проведения обследования, госпитализации на платной основе, нужно и можно обращаться в данные органы: Минздрав с территориальными управлениями Росздравнадзора, Федеральный территориальный фонд ДОМС и органы управления здравоохранения субъектов Федерации. Прежде всего, нужно обращаться в письменном виде. И можно ссылаться на то, что председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев гарантировал гражданам России получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Поэтому, уважаемые органы и организации, извольте субъективное право граждан обеспечить. Кто не согласен с реализацией данного права с данных органов и организаций, могут обращаться к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Таким образом, у пациентов есть реальные возможности обеспечить реализацию права на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Пользуйтесь в полном объеме.